Как мне кажется, судя по вот этому следу, течет именно сверху из прокладки. Что течет датчик масла. Тек, скорее всего, по прокладке, но было внутри много масла. Я решил вскрыть, посмотреть, что. Возможно, еще там контакты. Где второй датчик китайский? Да. Там видны вот контакты, которые выходят. Скорее всего, через них масло попадает вовнутрь корпуса. И дальше по этому корпусу оно вытекает через контакты. И эта крышка просто сидит так. В оригинальном датчике то эту крышку, по-моему, без повреждений вскрыть нельзя. Там плата залита слюдой, герметиком каким-то, но я не пробовал. Что мы еще сделаем? Загерметизируем вот эти контакты. Здесь я посмотрел, они там как будто бы залиты в пластик. Ну, не суть. И по контуру здесь сделаем герметиком, вот прямо в паз. То есть масло внутрь попадет этой платы, но я думаю, что большого страха оно и не сделает. Пусть работает. Ну да. Датчики текут вот через эти контакты.